Ви дивитеся пост-шоу проекту Врятуйте нашу сім'ю в студії Катерина і Олексій зізналися, що одразу по закінченню зйомок знову вирішили жити разом. Скаті добре, без дітей плохо. Чоловік нарешті освідчився цивільній дружині, та вона відмовила: Катя знала те, що ну ні друг друга, щось ліпити, видумувати. Що саме не змогла пробачити Катерина Олексієві прямо зараз. Суть вашей трагедии состоит в том вашего разрыва, что вы хотите полюбить себя через мужчину. И вы все время хотите быть полезной. Женщина может быть или полезной, или любимой. С этим соглашусь. Основная причина их конфликтов и вследствие расставания ⁇ это ревность. Тема ревности и тема нелюбви к себе, они как-то взаимосвязаны? Конечно. Чем человек более не уверен, тем сильнее у него желание ограничивать своего партнера. Хотя на самом деле, если люди не общаются с другими людьми, они ну, просто неинтересны нам становятся. Поэтому ревность, она в большей степени, вот именно в такой форме истеричной проявлена у людей, которые не уверены в своем будущем. Вот, например, понимаете, женщина должна себя ощущать так, что даже если, не дай бог, что-то случится в этих отношениях, я настолько прекрасна, что однозначно мои следующие будут лучше предыдущих, понимаете? Мы сейчас будем спорить очень долго. Как вы это, вы была это называли? Это не ревность, это была обида, а обида была конкретно за обман. А Обман заключался в том, что э, он прятал. Я не могла понять, что он от меня прячет. Из этого я очень сильно нервничала и психовала. Но а вот прятали так... вы Алексей связь с первой женой? Мысли проверять мужа не возникало достаточно долго э, до того момента, когда Первый раз вот он поехал как бы гулять, он, 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 сказал, что вот мне позвонил Саша, старший сын, я, у них есть время встретиться, ну вот что я была на работе, Ваня было тогда старшему сыну, нашему совместному с Лешей, пять месяцев, я была сама на работе с ребенком, ну, ну что я ему скажу, не едь, Конечно, едь. То есть, но ну, это твои дети, едь. И вот он уехал и пропал. Часа 4-5 его вообще не было, не видно, не слышно. Он ну, даже не позвонил, не спросил. А вообще ты там как, ну вот ты сама на работе с маленьким ребенком. Когда он вернулся, вы решили, что он был не только с детьми, но и со своей первой Совершенно женой. Верно. А ваше подозрение было основано на том, что он за все это время никоим образом себя не обозначил, да. не позвонил, не поинтересовался. Да. Да? Да. На мой взгляд, очень абсурдное умозаключение, но допустим, что оно имеет право на существование. Вы свои претензии Алексею предъявили, да. он сказал, что нет. Нет, я не я, и хата не моя. Ну, конкретно, Прошло, то она есть с женой бывший не общался, не общался, не видел. Хорошо. Прошло два дня, и он говорит, и тут вот я звоню, ты крячки смотрю, а она выходит, типа случайно. И да, мы сидели в Макдональдсе 4 часа, мы там общались, кушали, разговаривали. Крячка это он так женщин называл? Да, он так называет женщин, которым, ну, он, скажем так, не безразличен. Которые ему дороги. И тут, ну... Это правда, Алексей? Да типа уточка. Нет, ну понимаете, уточка и крячка это разные вещи. Это цыпленка, да? Хорошо, и... Ну, это обман. Ну, согласитесь, это обман. То, что он вас обманул, я согласен, но то, что вы помнили это два дня, сопоставили факты, это говорит о том, что вы его ревновали. Быть может, вы еще к тому же на него и обижались за ложь. Тут как бы с этим не поспоришь, но отрицать ревность глупо. Ну, я же говорю, хорошо ревновала. Два дня – это достаточная пытка для любого человека. Два дня выяснять, а что же там было. В конечном счете, простите, это как э, милиционеры добиваются признания. Да? Мы выбили его. Допрос с пристрастием. Катенька, смотрите, э, дело в том, что есть такая особенность. Если мужчина чувствует, что его ревнуют и как-то пытаются ограничить, он хочет, как маленький ребенок, сделать на зло, потому что он мужик и будет так, как он сказал. Пускай делает. Нет, теперь-то понятно. Алексей, а как вы относились к ревности Кати, ну, когда были, когда жили вместе? Трансформаторную будку когда-нибудь видели, когда там гудит? У -у -у -у". Вот эта семья, вот эта квартира. У -у 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 -у". Да, он не отдыхал, просто Ходишь. дома. Ходишь и так вот. Чужой в своем доме. Это не приносит удовольствия от того, что человек сходит с ума, Might от того, что выдумывает на почве того, что ты когда-нибудь ему не договорил или же обманул. У, uh У вас вообще были чувства к ней? как у мужчины к женщине? Или вы так шли по дороге тоже, зашли, остались жить? Наверное, были. Нет, не было. Да? Нет. То есть, ну, давайте уже честно говорить. И вам даже больше, вам нравилось, что вас Катя ревнует, потому что каждый раз, когда Катя говорит про это, вы улыбаетесь. Вы когда, вас когда-нибудь ревновали до сумасшествия? Когда вот вы думали, навязывали, рассказывали вам спектакли о том, что ты делаешь, что ты думаешь, для чего это все происходит. О том, что ты, ну, истерика, постоянно кривые лица, постоянно напруга в квартире. Вы сейчас утрируете изначальные ваши чувства. Изначальные ваши чувства вызывают у вас улыбку, а остальное, да, вам не понравилось. А так вообще, да. Как все было? Были отношения, которые, ну, я бы так сказал, были удобны обоим? как-то жили, вы даже считали их прекрасными, Алексей их считал ну, приемлемыми, что тоже, в общем-то, наверное, по его шкале ценностей неплохо. В какой-то момент, когда вы стали его ревновать, в его жизни случилось то, что он только что вот так вот в красках описал. И тут я вам точно скажу, что мало кто на его месте выжил бы в трансформаторной будке. Есть проблема, возникла проблема. Как снять эту напругу? Сесть и обговорить. Ты знаешь? Вот меня не устраивает то-то-то. Я ему говорю, что Леш, давай поговорим. Что за е на е? Да пошла, все, все. Вот ну. То есть вы хотите сказать, что причина ревности э, было просто отсутствие информации? Конечно. И вы в итоге не понимая, что думать, думали самое худшее. Да. Дим, ты знаешь, удивительно. Э, опять же, вот модель их жизни из того, как он говорил, из того, как она говорит. Для него это модель жизни. Это он жил в таком студенческом общежитии с вьетнамцами. Нормальные ребята, хорошо готовят, классно, все, с ними можно и поговорить, когда хочу. А все остальное время они о своем там говорят, что-то на своем языке. Потом кому-то он начал проявлять определенный интерес. Заинтересовался, ну, назовем там, вьетнамская студентка. Она начала его ревновать. Ему понравилось. Он еще ей уточку закинул. Еще понравилось. А потом она к нему проявила настоящий интерес и влюбилась в него. И дальше ему стало тесно. Он думает, я сюда, я сюда переночевать прихожу, я переночевать прихожу, там друзьям пообщаться, перестать. А она-то так не может. Да нет, ну ребят, и много это, еще ну, кто это на Это фактов. На самом деле, ну это не так. Алексей, я вас сейчас мужчину спрашиваю, почему? Потому что это очень важно, особенно э, для сохранения внутреннего мира в семье. Вы сексуально Воспринимаете вашу жену? Вас она удовлетворяет, как мужчину? Ну, как удовлетворяет У нас нету секса. Как она мне может удовлетворять? Ну, вы хотели бы с ней секса? Если бы все было бы хорошо. Если бы хотел бы, он был бы. Знаете, я как бы не считаю себя действительно инвалидом, кривобоким и уродом. Если мужчина с тобой не разговаривает, на тебя не смотрит, он не прикасается к тебе в постели. Причем нормальный, здоровый мужчина, у него с потенцией все в порядке. Возникает вопрос. Куда он девает потенцию? Куда он девает потенцию, да. А дальше пошло-поехало. На 4 часа куда-то пропал, да? Это полная ахинея и бред. Когда мужик изменяет, если он дурак, он спалится на, первой же, на, на первом же тесте или на. Если он профессионал и никогда об этом не узнает. Если мужчина изменяет, в этом виновата только жена. Только жена. Потому что ему чего-то не хватает в семье. Если мужчина при условии создал семью, а если ему разнообразия не хватает, это виновата жена. Тоже да. Я да. в этом уверен, убежден. В этом виновата жена. Хочу, не хочу, могу, не буду. Значит, не соответствуют темпераменты, значит, не соответствуют характеры. Это проблема. Николай, жены. а эту часть зала слышно? Здесь женщины говорят: "Да ладно, мужики, правда". Да ладно. Потому что мужикам больше надо. А, Алексей, изменял? Нет. Наталья, для вас что является признаками того, что изменяет? У меня были клиентки, которые говорили о том, что мужчина имел любовницу, и она никак не могла это заподозрить, потому что секс э, с ней оставался в том же количестве, как и обычно. Но когда я спрашивала, были ли у вас какие-то ощущения, они говорили, ну да, какие-то ощущения были, вот не было какой-то теплоты близости, но, как правило, это не рассматривается как аргумент, это склонны игнорировать. Вот надо доверять все-таки своим ощущениям, но только превращать это не в выяснение там, э, итальянской семьи, да, а в уточнение, в прояснение. Меня интересует следующий вопрос. Наталья, в чем причина ревности? Вот почему люди начинают ревновать? Ну, ревность на самом деле бывает разная. Вопрос только э, и самое главное даже не в том, ревность это не проблема, проблема ее количество. Вот я вам хочу привести пример такой здоровой ревности, э, которая защищает отношения. Когда-то на одном дне рождения э, так получилось, что все садились и рядом со мной сел мужчина, а напротив его, э, меня села его жена. И, и он так сразу: "Давай мне водичку наливать". И она так смотрит на меня, улыбается, говорит: "Наташа, я не ревную, но если что, я глаза повыцарапываю". И, и я запомнил вот так вот думаю, зачем мне этот Юра, не надо мне водичку, кто-нибудь другой нальет, да? То есть, как бы, она вот одной фразой показала, что мой мужчина, я все вижу, а дальше ты сама смотри, но за поступки ты ответишь. Вот это вот ревность здоровая. Она не стала там бросать какие-то кулки фразы, устраивать скандал. Она появилась себя достойно То есть, как сразу женщина. обозначила свою обозначила, позицию, Обозначила, что да? это мое, и я все вижу, да? То есть ты там не расслабляйся. И я больше того хочу сказать, что такая ревность будет в мужчине вызывать уважение, и он будет ценить эту женщину. А ревность, которая сопровождается истериками, упреками, выяснениями э, какими-то, это то, что э, женщина падает в глазах мужчины, он не может ее уважать. А если он не может ее уважать, он не может с ней заниматься сексом. Она для него как просто то, какой То, что вы рассказали, позволяет мне сделать вывод, что в первом случае, в том примере, который вы привели, женщина чувствовала собственную значимость. А в той ситуации, которая сложилась с Катей, Катя чувствовала свою неполноценность. Поэтому она вместо того, чтобы пойти и сказать, это мое, и если что, глаза повыцарапываю, э, устроила трансформаторную будку. Алена, у меня вот к вам вопрос. Да, энергетика ревности, она какая? Как она разрушает семью? Это как энергетика яда. Яд, который вот в мелких дозах он лекарство. Немножко ревности, это знаете, так, чтобы суставчик не ломило, то, чтобы, эх, для бодрости духа. Вот немножко ревности, это хорошо. А здесь перебор полета, это как яд, который просто отравил. От него просто уж тошнить начинает. И вот эти спецэффекты идут, когда ты уже тут трансформатором все называешь. Вот, вот такое дело. И еще сейчас я скажу одно. Это об энергетике ревности. Какая месть от тебя идет? Месть мстит женщина. Вот той матери, которая бросила, ушла в притон, бросила тебя, да, ну, тяжелое детство. Ты вот делаешь больно и наблюдаешь за этим. Вот ты видишь, она сходит с ума от этой ревности. Вот сядь, и она просит тебя, давай поговорим, ну, что это за тайны, что это? А ты вот как, знаешь, такую вот веревочку и удавочку затягиваешь, затягиваешь. Да, месть, может быть, и есть, я не знаю, как... как, как она... Может иметь отношение к маме. Не знаю, как это связано с мамой, но с первой женой это явно связано, потому что был тяжелый развод, куча писем, долгая переписка, пожалуйста, ни этого не делай, я изменюсь: обещания, молитвы, просьбы. Он из одних отношений вышел, в другие вошел по инерции и сравнивал с первой женой это же очевидно. Это может быть, да, из-за этого может быть есть какая-то ненависть к женщинам, какая-то предвзятость и какое-то удовольствие от издевательства. Но конкретно в случае с Катей по отношению ревности, то когда она мне ревновала, происходили, начинались разговоры первые, я же не сразу взял, там отвернулся, заблокировался, все, ни с кем не разговариваю, никого не слышу, не вижу. Были разговоры, были изначально попытки, были какие-то диалоги, но они были неудачные. Диалог в его понимании, это был монолог, причем мой монолог который заканчивал с тем, что он говорил: да, я козел, я должен уйти. А он доминирующий мужчина. Ему было просто противно оправдываться за то, что он не делал. Для мужчины настоящего это вообще неестественно оправдываться. Есть еще такое правило, Кать, правило 12 секунд. Мужчине все, что хочешь сказать, должна уложиться в 12 секунд, а потом все хватит. Потом мозг отключается. Он потом да, он потом не слышит. Скажите, могут ли предыдущие отношения быть поводом для ревности, предпосылками для ревности? Поводом для ревности является вообще жизненный опыт человека. У вас это четвертый брак, если не ошибаюсь, у вас как минимум второй. То есть что мы видим? Мы видим двоих людей, которые нуждаются в семье, но вы не делаете правильных выводов из предыдущих отношений. Ни одна дверь не может быть открыта, пока не закрыта предыдущая. Так, Катя, Ревность была в предыдущих отношениях? Там было все наоборот. Я никогда не чувствовала, что меня не любят, что со мной не разговаривают. С первым мужем мы разошлись, потому что ну, у него было достаточно такое извращенное понятие заботы и обеспечения ребенка. Он меня жутко ревновал ко всему. К столбам, к родникам в электричке. Так вы понимаете тебе, что чувствует Алексей? Я понимаю, но помочь ничем не могу. Вы знаете, я хочу сказать: вот то, что вы говорите, есть такой феномен, я его называю семейная дедовщина. То, от чего пострадал ты, потом ты несешь это и заставляешь страдать другого. И у вас у обоих это происходит, понимаете? Может быть. Любовь и ревность это как добро и зло. С одной стороны, мы знаем, что если не будет зла, мы не будем замечать добро. С другой стороны, когда мы сталкиваемся со злом. Мы просим Бога о пощаде и избавь меня от этого. У нас, знаете, вот такой оловянный солдатик, спешащий на помощь. Она спасает своих мужчин. Это ее кармическое предназначение. Каждого мужчину как бы ты вытягивала откуда-то. То есть из твоей тяжелой жизни, твоих ситуаций, ты его вот забрала и начала быть мамой, там, жалеть, помогать. Кстати, я хочу сказать для Леши, что у меня такое ощущение, что он был ну, вот, присутствовал в этой семье, в вот, ну, совместной жизни, по каким-то обязанностям, по, вот что он Катя в чем-то обязан, в чем-то должен, в чем-то благодарен. Квартира, наверное, Еще какая-то благодарность. У меня я есть не... квартира. Есть? Он, есть. он не Бейтесь, бомж. Меня есть, он да. не бомж. Ну какая-то вот обязанность, понимаете? Вот я должен, то есть какие-то долговые программы, то есть я ей чем-то обязан. Алексей, чем вы обязаны Катя? Наверное, не наверное. В первую очередь тем, что она меня любит. Восприняла меня таким, каким я был, каким есть. То есть знаю меня со всеми моими грехами. Тюремными. Дала мне силы поверить в себя, верила в меня всегда, поддерживала. Леша, я вижу, что какая-то болезнь у тебя была, как серьезная какая-то. Она как выходила, выходила его. Что это было? Онкология. Ну, что? Онкология. Очень серьезная болезнь. Энергетика такая, знаете, вот как... Как обустил руки, да? Да, как все, все, вот слово все. А она ну, выходила, вовремя. вытянула. Ну ты не вовремя заметили, вовремя обратились. Ну все, все в порядке. Спасает человек тогда, когда он нуждается в том, чтобы спасали его. Я не могу быть любимой, поэтому я буду полезной, чтобы меня принимали хотя бы за то, что я спасаю. Она ну, делает, что может, чтобы кому-то нравится быть любимой. Давайте пригласим маму Кати для того, чтобы узнать, а не причастна ли она ко всему тому, что здесь происходит. Татьяна Петровна, мама Кати, встречайте. Здравствуйте, Татьяна Петровна, прошу вас, присаживайтесь. Помогите нам разобраться в происходящем. Как вот так ее угораздило? Ну, есть у нее недостатки, она очень открытая. Она, к сожалению, дает возможность людям взять и наплевать ей в душу. По жизни ваша дочь всегда всем помогает. Да, да. Дальше есть правило. Если человек помогает, причем вот так вот, настолько много, значит, он сам этой помощи в детстве недополучил. Так сложилось, что в 33 года я осталась одна с тремя детьми и, наверное, недополучила, Катя, моей любви, тепла. Их было трое, я была одна. Все силы, Почти все силы уходили на то, чтобы заработать и прокормить их, и одеть. Что с Катиным папой, если не секрет? Когда Катюше было два с половиной года, в течение шести часов абсолютно здоровый, крепкий мужчина, он ушел от инсульта. Что такое ревность? Это страх потери. Да, как бы, и у нее такая большая потеря была в жизни, которая потом в отношениях семейных выражалась так или иначе. Татьяна Петровна, да. а в зрелом возрасте Катюша сталкивалась со смертью? Теряла ли она близких людей? Видела да. ли она, как да. люди уходят? Когда Катеньке было 10 лет, убили старшего сына моего. Это была очень тяжелая потеря для нее. Очень тяжелая. Здесь постоянно происходят так очень такие сильные потери важных мужчин в жизни. И потом желание спасать. То есть она в лице этих мужей пыталась спасти своего брата, своего папу. Поэтому она так много прощает, так много готова дать. И поэтому ей так трудно совладать со своими эмоциями. И вместе с этим, конечно, когда человек так сильно много отдает, он хочет получать что-то взамен. Это естественно. Но только вопрос, Катенька, состоит в том, что не всегда надо давать так много, как вы даете. А я считаю, что э, родовые корни в вашей истории все равно есть. У бабушки одно и то же повторяется, у вас повторяется. Ну, примерно. Мужчины как-то непонятно, потери непонятные мужчин. Как-то вот все не складывается, не выскладывается. Сейчас можно верить только моим словам, опыту и тому, что я вижу. Там была ваша родственница по женской линии. Бабушка, прабабушка, прапра. Она была красивая. И вот... К ней было приревновано, она уводила из семей. А вот теперь как наказанные, понимаете, как отрабатываем. Вы не отрабатываем. первая говорите об этом. Я уже слышала это. Скажите, Наталья, мы для себя там определили уместную ревность, неуместную ревность. Какие еще бывают степени ревности? Ревность это не проблема. Проблема это ее количество и форма выражения и ее последствия. и ее последствия. А какие могут быть последствия у ревности? Ну, уголовные последствия в составе преступления, в графе мотив деньги, власть и ревность одна из трех основных причин, по которой совершаются многие преступления, в частности убийства. Это опасно для организма с энергетической точки зрения. Знаете, вот итальянская семья, они все бьют посуду, потом дико любят друг друга. Да? Вот. И это такое, вы кому это все погасили, подавили. Скорее всего, ну вот, знаете, как я, как экстрасенс, человек, который работает с тонкими энергиями, я говорю, что если вы делать так будете часто, постоянно и всегда, то это будут камни, желчный проблемы холециститы, печенки. Понятно? То есть это вот окаменеет желчь в организме. То есть оно перейдет в физическое такое проявление. Как-то все равно проявляться это то есть должно То ревность было. подавлять не стоит. Есть ли какие-то способы определить потенциального ревнивца? Есть способы определить, причем на ранних стадиях. Буквально месяц-два назовем серия первых свиданий. Да? Человек с вами начинает встречаться, вы говорите простую штуку. Да? Я там с друзьями либо с подругами пойду или э, вы находитесь на вечеринке и отошли в сторону с кем-то поговорить. Обратите внимание в этот момент на лицо человека. Признаки очень просты. Э, человек поджимает губы, я сейчас показываю, да. Поджимает губы, у него напрягается нос, э, и у него цепкий взгляд в этот момент. Он потом это все быстренько убирает, ну, типа, что на людях некрасиво. Но э, следующий шаг будет помимо вот этой вот э, такой вот. Маске, напряженного да, носа и губ. Да, напряженного носа и губ. Следующим шагом будет а, выяснение, что там было, и ограничение личного пространства человека, словесное ограничение. Туда не ходи с тем, не говори, ходи возле меня и так далее. Ну, это я принцип называю. Но первое, это вот такая вот реакция. Ее а, было сегодня много раз видно у Кати, да, когда она достаточно сильно напрягала губы. Это, ну, это просто реакция на ревность и все. А что делать для того, чтобы э, ревность нормальное и естественное не стало и ревностью патологической. Э, смотрите, дело в том, что э, ревность, э, как и любой механизм психологический, имеет склонность развиваться. Поэтому с ним надо обязательно что-то делать, потому что можно довести себя либо до преступления, либо до какого-то нервного срыва. Поэтому всем людям, которые испытывают ревность, которые понимают, что это их проблема, первое, что я рекомендую, признавать это вообще не говорит, да, я тебя снова ревную, у меня снова это чувство. И второе, это находить способы эмоционального сброса. Бить грушу, бегать, я не знаю там, отжиматься. Скажите, Катя, вы э, решили как-то вопрос с ревностью? Да. Как? Ну в данном, на данном этапе мы общаемся с бывшей Лешиной женой. Женщина, к которой вы его ревновали, теперь э, вы с ней общаетесь? Да, мы общаемся. Почему вы это не сделали раньше? Как только у вас закрались мысли о том, что что-то не так? Я боялась, я не хотела. Я не знаю, я не могу объяснить, почему я сделала так, почему я сделала, не сделала по-другому. Как произошла ваша встреча? Ее собак, ну, собаку порвала дворняга, сильно порвала. И я четыре часа пыталась спасти жизнь собаки, не вышла. А она почему позвонила именно вам? Потому что Леша в чем-в чем, а в моих руках он уверен. Он знает, что я сделаю. Вот что-то есть такое в, этой, в энергетике ваших отношений. И разрыва связи вашей, я не вижу, вы еще будете встречаться, возможно, будете жить на одной территории. Как-то у меня вот точка не ставится, вот не знаю, не ставится она. Я рад за то, что у вас получилось. У вас получилось сломать стереотип, у вас получилось э, все-таки сделать хоть какие-то шаги э, в сторону веры в себя. Я очень надеюсь, что ваша жизнь сложится счастливо и что ваши дети не пострадают от того, что, возможно, вы будете жить в разных местах. Вы смотрели пост-шоу проекта «Спасите нашу семью». Не скрывайте вашу любовь от близких, и вашу семью не придется спасать. Рівно за тиждень кохання, що вбиває. Що робити, коли чоловік доводить свою любов кулаками? Як перевиховати садиста? І чи можливо це? Врятуйте нашу сім'ю. Що вівторка о двадцятій не з тебе.